Чил, смотрим. Ну, придержал. Ну, так такого не придержал, да? Смотрите, еще раз крупным планом. Роналду здорово себя предлагает. Два шага, три, четыре, пять. Пошел, набрал скорость, как самолет. И подтолкнул спину. Картинно упал, это да. Были основания для пенальти? Разумеется. Зачем так Хони делал? Вопрос к нему. Арбитр прав. Нам раз разберемся. 36-я минута. Криро 1-0. И побежал. Вставать свою знаменитую стойку Криштиану Роналду. Уже скоро цифр в графике не в этом сезоне. 21-й гол. А игрока сбивающего, а не сбитого. И вот, мне кажется, основания для штрафного были, а в штрафной нет. Ну, занес в штрафную. Что делать? 7-й гол Криштиану Роналду с пенальти. В этом сезоне, в этом чемпионате. Сам заработал, сам реализовал.